Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко во вторник провели переговоры в Государственном русском музее в Санкт-Петербурге на полях двухдневного саммита лидеров СНГ. Путин заявил, что находится в постоянном контакте с белорусским коллегой, поскольку жизнь дает повод практически ежедневно что-то обсуждать. Лукашенко поблагодарил российского президента за то, что были окончательно согласованы многие вопросы и расставлены точки над «и». По его словам, правительства России и Беларуси в дальнейшем доработают детали.